Эта история очень сильно прогремела в начале этого года. 10 февраля в Каспийске бесследно пропала тогда еще 21-летняя спортсменка Анна Цамартова. Это на данный момент последнее видео с ней. Алло, ты куда? Девушка не откликнулась и больше ее никто не видел. В Каспийск Анна приехала из Ростова-на-Дону на соревнования по тайскому боксу. Проиграв в финале, якобы сильно расстроилась, не отвечала на звонки мамы, а потом рано утром было вот это видео на берегу моря и все. Здравствуйте, мы родители Цамартовой Анны. Мы создаем сами странички, каналы и будем сами рассказывать вам, что и как, где проходит. Будем освещать все, что мы знаем. Разоблачать фейки, которые в сторону Анны льются. Это всего одно из десятков видео, которые записали ее родители. Поиски Анны начались в феврале и не прекращаются до сих пор. Родители не верят, что любимая дочь мертва. Но я смотрю в твои глаза, пустые зеркала. В Телеграме есть канал, который так и называется «Анна Цамартова». Там 25 тысяч подписчиков и постоянно публикуются какие-то новости о поисках, в том числе уже и других пропавших. Там же постоянно появляются все новые и новые обращения от родителей Анны. Здравствуйте. Мое обращение к правительству Российской Федерации, к Владимиру Владимировичу Путину, к представителям правоохранительных органов Бастрыкину, Бортникову. Я вас прошу, умоляю, помогите. В этом самом телеграм-канале и появилась на днях вот эта фотография. Ее прислала родителям Анны из Дубая некая женщина. На единственном кадре девушка, очень похожая на Анну, стоит у дверей в вагоне метро. На ней медицинская маска, но женщина написала, что ее окликнули. «Анна, это ты?» На что девушка ответила на русском языке. «Нет, вы опознались». После чего вышла на первой же остановке. Получив неожиданное известие из Дубая, родители спортсменки начали новую волну поисков. Они уже связались с заграничными волонтерами. Те уже расклеили ориентировки по столице Объединенных Арабских Эмиратов. Кто-то, конечно, скажет, что убитые горем родители поверят во все, даже в самую неправдоподобную версию. Но согласитесь, ведь действительно похоже. И по-русски говорит. Как бы там ни было, я тоже верю, что все закончится хорошо. И Аня найдется живой. Я знаю только лучшее в тебе. Мне от любви не страшно задохнуться. Наяву живем, а не во сне. А я все не могу никак проснуться. Скажу, люблю и это навсегда. Пускай смешно, пусть надо мной смеются.